ставлю листочек бумажки к стенке. Все, кто видели это в предыдущих видео, можете промотать. Ставлю ногу, чтобы она слегка касалась стенки. И под прямым углом, карандашом, ручкой, под прямым углом обвожу свою ногу. Вот так выглядит моя стопа сверху. Камера немножко увеличивает размер. Длина стопы в пальце у меня 25 сантиметров. 25. Но размер обуви должен быть чуть-чуть свободнее, чем моя нога. Значит, я должна добавить к 25 или пол сантиметра, или 1. Я всегда добавляю 1. Получается 26. Нужно разделить на 2. Равняется 13. И к 13 нужно прибавить вот эту цифру, какая у вас получается. У меня 26. Вот изначально я беру 25 сантиметров, можно прибавить 0,5 или 1. Я добавляю всегда 1 и получаю 26. И вот эту 26 я ставлю сюда, делю пополам на 13 и к 13 добавляю эту длину. И получается у меня 39. И вот мой реальный размер обуви должен быть 38,5 или 39. Вот в размере этом мне будет комфортно. Вот ширина моей стопы в самом широком месте 9 сантиметров. Диаметр моей ноги. Вот мои ноги. 21. Если у вас 25 сантиметров в длину и 21 в ширину, это просто камера делает ноги полными. Не очень у меня узкая нога. Это просто камера делает ее широкой. И вы думаете, что я за счет ширины сделала 39 размер ноги? Нет, у меня очень узкая нога. В прошлом видео я говорила про эту обувь, и все сказали, что такую обувь надо покупать только для тонкой ноги. Я показывала, я немного не донесла, и народ неправильно понял. Я сейчас показываю, прикладываю свою ногу в носки. Вот мне большие они даже в носки, видите? Вот еще сколько места у меня остается. Но я вот говорила про этот палец, когда я остановлюсь, палец выправляется в любом состоянии. Вот даже если свободно, точка опоры только одна. Все эти пальцы будут в воздухе. И вся стопа моя будет упираться только в этот палец. Если бы здесь была бы кожа, то в этом бы месте растянулась, и мне ноге было бы комфортно. Тогда бы здесь растянулась, и вся остальная стопа встала бы по форме туфли, кроссовки, обуви. В данном случае это никогда не растянется. И всегда моя нога будет опираться только на одну точку сбоку. На одну. И всегда здесь будет мозоль, потому что вся сила напряжения будет здесь. Я об этом говорила. А так эта обувь мне даже свободна. Но даже такая она некомфортна, потому что форма ноги моя не подразумевает такую обувь. Мне нужно там, где вытягивается, растягивается кожа. Поэтому я объясняла, что эта форма кроссовок, кед, что угодно, как хотите называйте, мне не подходит. Если я кладу прямо, мой прямой палец всегда будет в этом месте загибаться под форму ноги. А загибаясь, он будет терять свой правильный размер. Вот о чем я говорила. Так. Опять же, расхламление лодочек. Опять же, я говорю, мне 54 года. В какое-то время я перестала носить каблуки. Почему? Потому что стало неудобно. В каком-то возрасте начинаешь понимать, что комфорт ты ценишь гораздо выше, чем какую-то красоту. Поэтому сегодня уходят все лодочки. Остаются одни единственные вот те бежевые. Потому что они на очень низком каблуке. Еще любила всегда носить колготки в цвет туфлей.
Если попадались колготки под цвет, то мне так нравилось. Наверное, вот эти самые высокие в моей коллекции туфли. Да, они 11 сантиметров. Естественно, я уже 11 сантиметров не надела. Это комфортно, это удобно. Они очень устойчивые. Ну, надо же думать о том, что я могу где-то навернуться, а если я с этой высоты навернусь, то косточки уже не собрать. Поэтому уходим. По ним видно, что они чуть-чуть мне маловаты. Вообще всегда по туфлям видно, маловато или нет. Если так смотреть, да вроде нормально, да? Вот пятка плотно впивается в задник. Поэтому тоже уходит. А вот эти 39-й чуть-чуть ниже каблук и сразу комфортно. Даже того, чтобы такой тоненький каблук, чуть-чуть удобнее, чуть-чуть больше туфля, и сразу в них комфортно. Вообще в туфлях, когда я выбирала, никогда при ходьбе не должно жать пятку. Если жмет пятку, значит маленький размер, значит надо чуть-чуть больше брать. Потому что если бьет в пятку при ходьбе, это маловато. Это очень высоко уже, очень. Вообще самая удобная обувь — это бежевая. Когда нету какого-то цвета, это всегда удобно, это всегда комфортно, это всегда хорошо выглядит. С любым цветом, с любым фасоном бежевая обувь — это идеальный вариант. Вот это будет идеальная пара, одна единственная, которая нужна женщине. Вообще, вот если выбирать обувь, одну единственную пару, которая должна быть в гардеробе, я бы выбрала бежевую. Если на летом носить, то это в тон кожи. А если зимой, то в тон колготок каких-то. Идеальные туфли, которые будут подходить подо все. И не нужны черные, не нужны. Можно точно так же с красными, но красный не каждый носит. А вот бежевый — это всегда спокойно. Можно любого цвета надеть платье, и будет красиво. Поэтому если одна пара, то бежевая. Хотя моя первая была черная. Но сейчас мне больше нравится бежевая. И вот такую обувь не люблю. За счет того, что нога узкая, оно всегда у меня вываливается. У меня в пятке свободно, а узкая нога, и нога уходит вперед. Поэтому я всегда покупала, после того, как я поняла, что нога просто выпадает, а там галоши, и я уже стала покупать всегда закрытый нос. Но эти лежали в коллекции от того, что это змеиная кожа. Но вообще вот эта модель неудобная. Пальцам всегда неудобно. Если узкая нога, то это всегда вываливаются пальцы. Тоже уход. Вот если смотреть из всего вот этого, нужно оставить вот эти две пары обуви. И то вот только эти, потому что эти высоковаты. Это 9 сантиметров. Ну вот они будут идеальными на все случаи жизни. Все остальные уходят. Все спрашивают, куда. Есть знакомые. Это опять вошло в моду. Если открыть сайт ЦУМа, все это продается. Найти их сейчас днем с огнем не сыщешь. Есть знакомые, кому-то уйдут из знакомых. Какие-то есть, в Москве есть с этим, комиссионки, но не за деньги молодежь занимается. Кстати, в Москве очень популярны сейчас именно винтажная обувь.
Винтажная обувь, винтажные сумки. Это уже давно, несколько лет. Идешь, прям гоняется по этим комиссионкам, секонд-хендам. Но это не те секонд-хенды, которые были в 90-х. Жители Москвы сдавали, сносили такие. Между прочим, в магазинах в Ашане, в Метро есть такие стоят железные шкафчики. И там туда можно относить одежду, обувь. Они прям принимают все поношенное, новое. И там написано, что могут продаваться эти вещи. Ну, я говорю, сейчас такая тенденция в Москве, комиссионки, но не за деньги, а ты просто приносишь и отдаешь. И молодежь торгует, и с удовольствием они берут все это, и одежду, и обувь, особенно если она какая-то с бирочками. Ну, прямо это популярно очень. И девочки юные именно ищут, и сумки ищут хорошие, за недорого, и пиджаки, шелковые кофты, рубашки. Сейчас вот рубашки вошли в моду, а рубашка таких не найдешь. Так вот, в таких магазинах девочки ищут себе рубашки, обувь, каблуки. Так что Москва начинает носить каблуки. Ну, я расчехляюсь, потому что я начала думать о комфорте. Я перехожу на балетки. Они у меня всегда были, ну или такие маленькие, каблучки невысокие, они остаются надолго, или толстый каблук, типа Елизавета II, как носила она туфли, такие старческие, но они тоже сейчас модные и хорошо смотрятся, если они в цветных каких-то кожах, замшах, то это очень симпатично смотрится, поэтому они комфортные и они приходят в мой гардероб, обувной гардероб, а вот это все уходит. Они туфли всегда в родных коробках, даже сохраняют все бумаги, потому что эта бумага такая папирусная, она собирает на себя влагу. Всегда отделяю туфлю от туфлю и вот всегда в бумажной коробке, потому что когда гуляет влажность, бумага будет забирать на себя лишнюю влажность. И тогда не заплесневеет, ну, ничего не станет. Когда отдаю обувь, от обуви, вот это, тканевые пакеты всегда оставляю себе. Всегда. Они всегда пригодятся. Когда эту обувь вот, в поездку брать, не у всех есть эти чехлы. Я их беру, кладу обувь туда, удобно. Или хранить что-то сухое, допустим, сухофрукты, очень удобно. Они, как правило, все из льна, хлопка сделаны. Поэтому вот такие пакетики всегда не остаются у меня дома. Всем пока, до новых видео.